Тяжпром. Парк перед Тяжпромом. Кстати, вот такие парки есть практически перед каждым заводом. Или на их на территории самого завода. Сажали, кстати, с умом. Так что в рабочую, то есть не в рабочее, а в обеденное время рабочие могли прогуляться по таким небольшим паркам, просто отдохнуть, подышать свежим воздухом, который выработали деревья за ночь. Но Тяжпром пока еще работает, но все-таки он работает на нефтянку и на газ, поэтому жизнь на нем еще теплится. Небольшой стадиончик около Тяжпрома. Как он называется, не знаю. Но, судя по всему, за ним следят. На заднем плане корпуса Тяжпрома. Я пойду пройдусь, наверное, еще по аллее. По ней как-то приятнее гулять, чем по стадиону. Конечно, хотелось бы побывать в этих местах в 80-х или в 70-х годах, когда жизнь вовсю кипела. Может быть, здесь тренировались какие-нибудь заводские команды. Да, советское наследие не вечно, а новые власти все это не нужно, как собаке пятая нога, так что все доживает, уже не знаю, но уже должно было дожить давно, просто сколько закладывали, как сказать. О. Сколько закладывали прочности, надежности во все, что делали в то время. Но даже ее не хватает. После развала прошло уже 30 лет. А делалось это еще раньше.